Вот такой вот интересный аппарат есть в Корее. Он выдает справочки по номеру телефона и отпечатку пальцев. Представляете, без очереди, без всякой волокиты. Снизу выходит документик. Снаружи эта будка для выдачи документов выглядит вот так. Написано, что работает 365 дней в году, 24 часа в сутки. Вот такая вот классная штука. Всем привет! Сравнил! Чуваю! Кудок! Вечер, парк, парочки гуляют. Вон перед нами достаточно зрелая парочка в зрелом возрасте, и все еще за ручки так игриво держатся. Милота! В общем, муж сказал, что эта будка выполняет функции как ЗАГС в России. Ну вот, перейдем к вопросу о профессиях будущего и о тех профессиях, которые в будущем исчезнут, если на смену придут высокие технологии. Представляете себе, вместо десятка женщин с плохим настроением ЗАГС заменит вот такая вот чудесная будка. В супермаркете посмотрите, сколько тут видов масла. Подсолнечное, не самое популярное тут. Виноградное. Масло оливковое. Снова виноградное. Бобовое, гороховое масло. Это вот мы чаще всего используем. Масло авокадо. Триуфельное. Кокосовое. Шабу-шабу.